управляющая компания «Рисса» и региональная компания «Страйк» завершила первый этап строительства гостиничного спортивно-развлекательного комплекса в городе Горячий Ключ Краснодарского края и приглашает к сотрудничеству инвесторов, инвестиционные компании и банки. Ожидаемая доходность развлекательного комплекса «Страйк» при пессимистичном прогнозе посещаемости составит более 150% за 3 года. Краснодарский край. Третий по численности регион России. Население более 5 миллионов человек. В Краснодаре более 700 тысяч человек. По неофициальным источникам, в Горячеключевском районе постоянно проживает до 75, а в городе Горячий Ключ до 48 тысяч человек. Местные лечебницы и турбазы принимают ежегодно около 80 тысяч отдыхающих. Увеличение количества приезжих, развитие инфраструктуры, демографический рост населения и полное отсутствие любых развлечений в городе Горячий Ключ послужило отправной точкой для принятия решений о строительстве широкопрофильного гостинично-спортивно-развлекательного комплекса «Страйк». Уникальные климатические условия, возможность проведения в комплексе «Страйк» тренировок спортивных команд, проведение полномасштабных семинаров и конференций, а также месторасположение спортивно-развлекательного комплекса «Страйк» в городе способствуют тому, чтобы стать центром развлечений и отдыха не только для проживающих и отдыхающих в городе, но и для жителей Краснодара и населения Краснодарского края. Вопрос о необходимости строительства объекта данного назначения неоднократно поднимался на приеме граждан главы муниципального образования города Горячий Ключ, так как аналога развлекательного комплекса указанного масштаба на территории муниципального образования города Горячий Ключ не имеется. В развлекательном комплексе «Страйк» планируется разместить оборудование, двузальный кинотеатр, зона интерактивных игр и аттракционов, боулинг, спортзал-дискоклуб «Трансформер» с проекционно-акустической системой, бильярдная, рестораны и бары, гостиница, автостоянка, возможны дополнительные доходы, санаторно-курортное лечение, спа-процедуры, организация экскурсий и летние детские площадки. В Горячем Ключе идет активное развитие инфраструктуры, строятся новые супермаркеты и торговые площади, развивается сеть ресторанов и кафе, возводятся новые жилые микрорайоны и коттеджные поселки. Страйк. К объекту подведены все коммуникации: магистральный газ, электричество, водопровод, общая центральная канализация, ливневая канализация всей территории объекта, асфальтированные дороги. Территория строительства под круглосуточной охраной. Все документы юридически оформлены. Расчеты посещаемости и плановых затрат на эксплуатацию прилагаются. Оформление земли в собственность возможно после сдачи объекта в эксплуатацию. Цены на территории объекта будут снижены по льготной краевой программе при полной поддержке администрации Горячеключевского района, крайне заинтересованной в строительстве единственного в районе развлекательного комплекса. Исходя из тенденций цен на коммерческую недвижимость, стоимость объекта к моменту ввода в эксплуатацию будет постоянно расти. При самом пессимистичном прогнозе посещаемости окупаемость комплекса составит 3 года. При рассмотрении более усредненного прогноза доходности срок окупаемости снизится до 2 лет.